Всем доброе утро. Я уже попила кофе, поэтому уже бодра. Чуть-чуть не так сонно мне. Так, что мы сегодня делаем? Просто собираемся на работу. Я надеваю свою футболку сине-зеленого цвета. Вот, и хочу показать, так, вкратце, многие спрашивают все равно, ну, кто-то, может быть, новенький на моем канале, меня зовут Наталья, я из Санкт-Петербурга, вот, познакомимся. Как я делаю кучеряшки? Я мою голову шампунем, потом кондиционером, и когда вытираю волос, ну, вытираю, высушиваю, и вот так жамкаю рукой, вот так просто. Пока никаких средств. И вот так каждый, я не знаю, там 5 минут, ну, вспомнила, пожамкала. Вот, потом, может быть, я сделаю, буду использовать средство, вот такое, ультраувлажнение от Estelle. Филлер гидроконтроль для ослабленных волос. Но когда я его наношу, он имеет эффект, как будто бы он делает чуть-чуть кудри. Я не знаю, мне так кажется. Вот, ну, наношу я его не на влажные прям совсем волосы, а чуть-чуть, когда они подсохнут. Ну, волосы у меня чем короче, тем быстрее и красивее, можно сказать, кучеряшки получаются. Такие волны, не кучеряшки, вот такие, а просто волны меленькие. Но я сейчас хочу, я не знаю, то ли нету времени у меня подстричься, то ли я просто хочу. У меня всегда такая дилемма. Только я понимаю, что волосы отрастают, мне уже хочется попробовать их отрастить. Попробовать. Но когда я стригусь, делаю каре, я даже хотела видео записать себе, что Наташа, стригись, делай стрижку, делай каре, если сомневаешься. Потому что, видимо, когда я делаю стрижку короткую, да, каре, то мне это очень намного нравится, чем вот длинные волосы. Но не знаю, еще похожу чуть-чуть, посмотрим, что выйдет. Конечно, надо краситься, я еще не красилась, но посмотрим. Так, вчера я купила такие у меня покупочки, значит, вот это Магнит Косметик. Очень я часто вот закалываю челку, у меня уже там эти маленький такой крабик, он бедненький, уже не справляется с моей челкой. Уже все зубчики у него. Вот видите, нету зубчиков. Ужас. Ну и купила такие, они бюджетные. Такие крабики хорошенькие. То есть они достаточно подходят мне нормально. Так, сейчас я сразу уберу. Так. Надо как-то, чтобы оставались кучеряшки. А чтобы оставались, надо так. Вот, и вот так я жамкаю. Еще у меня есть покупочка, не помню, где покупала. Вот такие спонжики. А, в Фикс Прайсе. Вот такие спонжики. А, ну, попробуем. Давайте вот такой спонжик с этой стороны. Такой. Тоже сразу в шкафчик. То есть он еще на пальчик, видите? Надевается. Это тут-тут-тут. Помыла. Он такой даже чуть-чуть. Набух чуть-чуть. Ну, нормально. Так, купаю палетку, думаю, все, буду ее использовать. Вот чем плоха палетка, почему я ее не использую, все цвета? Потому что она очень яркая, ответила сама себе Наташа. Ну, хотя можно вот серый с таким, не знаю, синим. Так, ладно, девочки, будем использовать сегодня вот этот оттенок. У меня не маникюр, ничего не успеваю. И вот эти супер тени, просто супер, просто не упаковка, я не знаю, для меня, вот я как хотела найти, это Vivienne Sabo Fleurs, я так понимаю, номер 04, серые тона, это, девочки, я так понимаю, что редко кому нравится серая гамма, серо-голубая и холодная. Я вот кого не смотрю, кто мне попадается, все блогеры, ну, там, бьюти-блогеры, все какие-то вот, либо нюдики, либо там сияшки, ну, вот именно каких-то, ну, только не серые. Но очень редко. Вот Джеффри Стар, ну, знаете, наверное, ну, не последняя, а была такая палетка,
господи, ретроград или что-то такое. Но там все мои тона, то есть тонов все. Ну, что, я буду ее покупать? Нет, конечно, там и дорогущие, именно найти, наверное, из России. Вот, так что мы Вивьен Сабо пользуемся. Вот такой мини, знаете, Джеффри Стар, так сказать, не знаю, на расслабоне или я не знаю, как-то. То есть с чего начинал Джеффри Стар? Вот с этого. Вот, я буду растушевывать, использовать разные оттенки, да, при растушевке вот этого плотного яркого цвета. Все, хватит. Нанесем мы консилер вот этот. Ой, консилер от Эвелин. Он, конечно, не дает плотного цвета. Маленький спонжик наш. Он, конечно, влажный, сейчас вообще все это уберет, все впитает в себя. У меня что-то такое есть. Этот консилер, он не дает цвета плотного прям, я не знаю, ну, не знаю. Так, и припудриваем. Это я так делаю брови. Делаю брови. Можно чуть-чуть добавить бровям цвета именно из этой палетки. Будет такой серо-бежевый. Берем кисточку и беленький мы наносим под бровь. Это в складочку. Берем вот такой спонжик, чтобы плотней лег цвет. Так, ну вот сюда мы что будем? Ладно, начнем с серединки. Берем вот эту скошенную и чуть-чуть набираем такие цвета, полутона и растушевываю. Тут посветлее основание. Внизу можно чуть-чуть сначала сделать цвета, такую тоненькую, как будто по краю просто ресниц. Чуть-чуть цвета добавить. Купила я вот такие жидкие тени в Литуаль. Сейчас я вам покажу их. Там были синие и такие зеленые. Вот. Но они, вот если плотненько положить так, я даже не знаю. Вот. Но они полосят. То есть я не смогла ими пользоваться. Ну, мне они не понравились. И жгло, пекло прямо вот даже сейчас на руке чувствую. То есть это надо выбросить. Я не буду этим пользоваться. Сейчас вот хотела их помазать, а потом вспомнила, что как-то некомфортно мне было на глазах. Вот, поэтому мы возьмем, чем мы дополним. Здесь у меня Вивьен Сабо очень давным-давно покупала такой карандашик, очень красивого цвета. Вот прям, который я люблю. Но он такой тугой, он такой твердый, ни стрелку им не сделать, ни межресничку он не рисует.
Иногда на как бы глаз без теней я его наношу, более-менее он там еще ложится, как подложка, но все равно вот линию правой, ой, это вообще так жалко, просто такой красивый цвет. Поэтому я сейчас даже его поточила, разрисовала, но не дает он ни стрелки, ни межреснички, так что я просто добавила чуть-чуть теней. Вот. Просто в складочку, чтобы как-то было поярче. А, не то, что поярче, чтобы не один цвет был, а вот глубина была, рельеф, да, так скажем. Вот, и сейчас я накрашу ресничку и реснички и вернусь. Так, накрасила я реснички. Мы же забыли с вами про блестючки. Вот у меня здесь такие блестючки. Вот это такой темный, он как-то прям черным выглядит. Это я не знаю куда. Я, наверное, вот в уголочек чуть-чуть. Вот я взяла вот такой, а вот еще есть такой тоже красивый, плотненький. Но я хочу вот такой полупрозрачный. Это вот я эту. Не знаю, есть, продается сейчас такая палетка. Я прям так рада, что я купила. Ой! Что это? Ничего себе! Как мне это теперь распределить? А никак. Вот так и будет. Вот. Ну и можно вот это темненький куда-нибудь сюда. О. А кстати, красиво вот этот. Он как бы на этой господи, бирюзовой подложке он выглядит прямо. Вот смотрите, какой. Он прямо ее так углубляет и появляется, как будто прям глаз у меня большой. Так, ну вот тон лица я хотела бы сделать вот этим консилером от Catrice, но я помню, что он с влажным спонжиком не работает. Поэтому чуть-чуть я возьму, у меня есть такой тональный крем от Luxe Visage. Так. Он такой чуть-чуть тон 10 Light, он чуть-чуть имеет увлажняющий эффект такой. И он, по-моему, такой более загорелый, как бы. Catrice высветляет, а это такой, видите, более коричневый, ну, как бы, потемнее. Ну, сейчас посмотрим. Так, я местами, конечно, кладу. Если что, добавим. Наверное, надо еще побольше, потому что спонж... Все забирает. Ну, вроде нормально распределяет. Еще. Ой, как удобно им. Тоже этот тональник как будто бы как BB-крем. Он такой увлажняющий и не особо он там перекрывает, но хоть что-то да перекрывает. Так увлажняющий, что я даже чуть-чуть под глазки захожу. И уже скоро я буду наносить вот это средство. То есть пока я собираюсь, то есть я встаю в 6-8, я выхожу за 2 часа. У меня надо голову сразу как бы, да, помыть, чтобы она вот так высыхала. То есть у меня, в принципе, летом, но если вот будут длиннее волосы, они уже не высохнут. Потому что вот у меня здесь, сейчас час прошел, да, сейчас 7 часов утра. Чувствую, что, ну, не чувствую, а влажные. Так, ну что, уселся наш тон?
Берем пудрочку чуть-чуть. Просто чтобы закрепить. И, конечно же, бронзер Physician Formula у меня. Так. Хоть у нас тени получились как бы холодный, да, макияж, но я бронзером теплым делаю всегда. Я не знаю, мне нравится. И без румяшек, девочки, я не знаю, у меня вот бзик такой. Так, сегодня у нас будет карандашик от Catrice. Потом есть у меня такой от Шу. Такого непонятного цвета. И помадка 103 от L'Oréal. Начинаю я с Catrice. Прям захожу за контур. Он такой нейтральный. Просто. Усиливаю цвет вот этим карандашиком Шу. Он как бы такой коричнево-серый. Коричнево-серо-бордовый. Так. Можно эти растушевать. Надо еще такой же купить, пока они есть, я вроде видела. И сверху вот этот блеск, как я называю, молочный. Шикарно, я его под любой карандаш. Когда я крашусь такой гаммой, да, всегда думаю, так, давно я не делала красную помаду, так что, девочки... Надо сделать красную помаду. Так, это я в косметичку. Ну вот наш макияж закончен. Вот видите, она так у меня челка высохла в таком виде. Ну я, наверное, не знаю, как я буду укладывать. Так, вот такие кучеряшки. Ну видите, они как просто волны. И сейчас я возьму это средство. Просто я иногда сначала расчесываю, да, волосы, а потом жамкую. Но сегодня я не расчесала. В принципе, эффект один и тот же. Так, вот беру это средство. Сначала на одну сторону. Аромат шикарный. Ой, вкусно очень. И на другую. Не поняла. Он не должен закончиться, он еще тяжеленький. Да. Так. Так, жамкую. Жамкую. Но с ним не надо перебарщивать, потому что он может эффект грязных волос вызвать. Был вызван эффект грязных волос. Вот. Можно на одну сторону сюда как-то так уложить. Ладно, я чуть похожу, посмотрим, как она будет. Потому что я сейчас не надо и сумку собрать. Ну вот, девочки, мой макияж. Мой аутфит. Так, вот под эту футболочку. Давайте я вам покажу с бежевыми штанишками у меня. Так, сегодня на спорт. Вчера собрала сумку и не пошла. Так, вот такие.
такие у меня есть сережки. Я в Зарине покупала их. Бижутерия. Но они так мне подходят, вот под мои цвета, которые я люблю. Это что-то. Это что-то с чем-то. Видите, они разные. Как бы перевертыши такие. Уши не болят, все нормально. Так, вода у нас от Lancôme Trésor. Я ей пользуюсь прям, так скажем, немало, не жалею. Так, ну видите, больше структурировать я не стала локоны, как бы они в течение дня усядутся, у меня так всегда бывает, и сами примут необходимую им форму. Так, сумка для спорта у меня у Аленки в машине, потому что я вчера не пошла. Говорю, оставлю тебя, мы там по делам пошли с ней. Сумочка. Так. Кофе я у нее тоже оставила в этой сумке. Мой стакан, да, это термокружку. Вот, поэтому, ну, я, в принципе, собралась. Желаю вам отличного настроения. Я не знаю, когда опять выложу этот влог. Это даже не влог, а, видите, я меняю то влог у меня, то макияж, да. Вот, с утра вы собираетесь со мной. Я не знаю, когда и чего, но, тем не менее, просто желаю, как всегда, я желаю вам хорошего настроения, потому что настроение – это главное. С чем мы, как вот мы встаем с утра, так я уже проверяла день и проходит. Вот, поэтому позитива, активности, работайте вот с удовольствием. Если вы не любите свою работу, наверное, надо работу менять. Поэтому всем позитива, хорошего настроения, любите свою работу. Если не любите, меняйте. Будьте, знаете, развивайте в своей работе, будьте профессионалами. Вот я хочу посоветовать это, потому что, ну, если не развиваться в своей вот работе, да, в своем направлении, ну, зачем тогда там находиться? Ну, меняйте что-то там свое, да, ну, ищите. Спасибо вам, что посмотрели, что собрались со мной с утра. Вот, в принципе, кто спрашивал, как я делаю там кудри, видите, это не кудри, это просто волны, просто они волнистые. И да, я хочу отращивать волосы, посмотрю. Ну, вот. Ну, я знаю, что мне как бы не очень, вот, не хочется подстричься, и потому что мне короткое очень нравится. Ну, ладно. Сейчас не до этого просто. Все, девочки, мальчики, всех целую, всех люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем с вами была ваша Наташа. Пока-пока.